Давай, Зайка. Вот это. Я хочу домой, бля, я так хочу домой. Меня так заебало это все, ебать. Блядь, Держись. войнушка, ебать, меня это вообще заебало. Я хочу к вам, мои родные, я вас люблю. Скоро вернешься, все будет хорошо. Вернусь домой. Я знаю, что я вернусь домой. Я уверен, что я вернусь домой живым и здоровым. В первую очередь, что я сделаю, я поеду на кладбище к той бабушке. Потому что это мой ангел-хранитель. В церковь потом я поеду, в Сапловский монастырь, я все церкви объезжу. Я знаю, что Господь Бог бережет меня. Приедешь, ты все расскажешь. Это на всю жизнь. На всю жизнь. Я на всю жизнь болен, ебать. Я знаю, сколько этих трупов увидел, таких, которых ты в жизни не видел. Просто без головы, без ног, без туловища, без чего, ебать. Вообще просто, которые в цинках приходят, ебать. Туда собирают, просто скидывают, просто части, ебать, какой-то кусок земли туда скидывают, ебать. И все, ебать, просто, вообще, просто мрак. И я не вылечусь от этого никогда. Здесь мясо, здесь пизда. Сегодня наших 6 300, вчера 4 300. Ну, короче, я все. Я, знаешь, я честно не представляю этот мир, где надо платить деньги. Где ездят машины, где ездят люди. У нас просто здесь как? Не ездят машины. Тут разъебанные дороги, тут разъебанные видеокамеры, тут разъебанные посты ДПС, тут для постов ДПС танки взорванные, тут все взорвано, тут просто тут людей там мрак нет. Просто. Просто, ну, хаос, просто ты не представляешь, что вы не представляете, что здесь творится. Я тебе говорю, лечиться сразу же надо здесь, пизда. Я не представляю, как это вообще, я вообще не представляю, как я могу вернуться к нормальной жизни.